Зеленые проекты в экономике – это в первую очередь инвестиции. В Кыргызстане реализуется ряд зеленых проектов, направленных на устойчивое развитие и охрану окружающей среды. Например, в стране была принята программа развития зеленой экономики. Также мы сотрудничаем с Германией по экологическим проектам. Они демонстрируют стремление Кыргызстана к развитию и улучшению качества жизни населения, отмечает эколог Анара Султангазиева. Разрабатываются, принимаются постановления, план развития зеленой экономики. Теперь необходима подготовка, обучение специалистов в области зеленой экономики и создание вот этого фонда, который будет привлекать нескончаемые зеленые деньги, поток этих денег. В стране активно строятся малые ГЭСы. С Казахстаном и Узбекистаном достигнуты договоренности о совместном строительстве крупнейшей ГЭС «Кабарата-1». До конца этого года планируется запуск 11 гидроэлектростанций. В стране развиваются солнечные и ветровые электростанции. Также для реализации зеленых проектов Турецкая республика списала Кыргызстану внешний долг в 58,8 миллионов долларов. И в рамках вообще организации тюркских государств создаются центр зеленых финансов, которые будут предполагать, что в рамках этого мы будем внедрять у себя в этих странах зеленые технологии. Это очень серьезно, мы будем рассматривать вопросы климатических изменений. Списание внешнего долга в обмен на зеленые проекты является хорошим достижением для Кыргызстана, впрочем, как и для любой другой развивающейся страны. Это позволит снизить нашу долговую нагрузку, отмечает политолог Каныбек Усманалиев. Это результат, значит, нашего очень продвинутой политики нашей. Дело в том, что во главе с президентом Садыром Нургузиевичем уже третий раз в интеграционном процессе он поднимает этот вопрос. Я очень рад, что такие продвинутые страны, как Германия, вот теперь Турция, значит, они отреагировали и они, значит, дали нам возможность развить нашу экономику именно, значит, в направлении экологических, инновационных, технологических процессов. Кыргызстан продолжит активно продвигать инициативу обмена внешнего долга на реализацию зеленых проектов. Ведь на сегодняшний день осуществление зеленых проектов становится особенно важной для всего мира. Их реализация поможет защитить природные ресурсы, а также это будет экономически выгодно для нашей страны. Рахат Батырбекова, Жашыл Кысаков, ЛТР, Бишкек.